Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение дня. Балетки Мариетта по цене 799 рублей. Это бриллиант на ваших ножках. Это очарование и легкость. И сегодня даже выгода бьет все рекорды, потому что выгода сегодня составляет 1100 рублей. Великолепный совершенно вариант. Во-первых, мы получаем классическую модель, которая не выходит из моды никогда. Во-вторых, мы получаем модель в модном исполнении. Но что у нас обычно балетки? Балетки – это обычно самая лаконичная, но лаконичная обувь. А у нас, во-первых, инкрустация красивыми стразами. У нас выполнена очень красивая ажурная перфорация, которая сразу придает кружевной вид. Безусловно, блистать в мысочной зоне – это красиво, это как отдельное украшение. Плюс ко всему мы получаем удобство, потому что перфорация – это просто находка для тех женщин, кто хотел бы ходить в балетках летом, но при этом в их балетках у них нога потеет. А вот здесь перфорация как раз позволит ноге дышать. Плюс мягкость материалов, а это автоматически означает подстройка под любую ногу. Слушай, отлично. Вообще балетки подстраиваются под наш объем ножки. Да, мы чувствуем себя комфортно. Это и обувь, и украшения. Два в одном по одной цене 799 рублей. Я, знаете, я счастлива, потому что у меня уже есть такие балетки в белом цвете. Буквально несколько дней назад ходили с дочкой в магазин. Так вот, выходим из магазина, Наташ, мужчина, чувствую, что он меня осматривает с ног до головы, потом, знаешь, что он мне дверь открыл. Вот так вот, девочки, так вот действуют балетки на мужчин. То есть, естественно, это ваша уверенность в себе. И знаете, когда говорят, женщина себя несет, так что неси себя и свою роскошь. И получайте, конечно же, восхищенное внимание. К тому же, Лен, у нас еще и целых 3 цвета на выбор. Тут можно либо выбрать один, либо сразу несколько. Поэтому мы можем, конечно, выбирать очень большое количество образов. Первый цвет – это кремовый. Кремовый цвет повторяет цвет вашей ноги и поэтому визуально удлиняет ногу. Отличный вариант. Далее посмотрите черный. Это наша классика. Вот такие черные балетки вы можете абсолютно точно носить и с классическими брюками, и даже с классическим платьем-футляр. Ну а белые, представляешь, насколько здорово белый кружевной, благодаря как раз-таки нашей перфорированной фактуре цвет будет сочетаться с какими-то летними нарядами, с сарафанами. Это отличная находка для тех невест, кто, естественно, к вечеру ваши ножки устанут, и шпильки вам захочется сменить на что-то более удобное. Слушай, вот действительно, даже в руке я держу и чувствую невероятную легкость. Итак, Наташ, давай поговорим так. Значит, мы балетки носим абсолютно с любым образом, да? Насколько это сезонное предложение? То есть подойдет оно только под весенне-летний сезон? Или мы можем носить круглый год и, допустим, на сменку на работу? Конечно же, Лен, мы сейчас осуществляем самое настоящее вложение в наш гардероб, потому что балетки Мариетта мы днем носим все 4 времени года. Естественно, весной, летом и осенью мы носим их на улице, а вот зимой мы их носим как сменку. Кстати, вот черные как раз как сменка на работу. Отлично. Прекрасный совершенно вариант. Именно поэтому я настоятельно советую дополнить вашу корзину одними светлыми, одними темными. У вас будут летние варианты, у вас будет черный как торжественный и сменка на зиму. Слушай, но я вижу, что девочки очень хорошо двигаются. Я имею в виду, что выглядят балетки очень мягенькими. Посмотри, не сковывают движений. Так ли это? То есть это вариант вообще, который просто как вторая кожа, как наши любимые домашние тапочки. Но это действительно как домашние тапочки. Они очень мягкие и очень-очень удобные. Кстати, вот благодаря качествам современной эко-кожи они у нас подстраиваются под ногу. Лен, мне очень нравится, что современная эко-кожа, она производится с добавлением коллагена. Это значит, что она стала эластичной, она умеет подстроиться совершенно под любую ногу, будь то вальгусная деформация, будь то какие-то еще изменения стопы, как раз-таки она, благодаря своему упругому возвратному эффекту, будет совершенно замечательно чувствоваться на ноге. Вот знаешь, у меня нога травмированная, я ломала плюшневые косточки и при этом при всем чувствую себя замечательно. Но что я хочу показать? У меня стандартная полнота ноги, а вот у нашей Марины полнота 9,5. И
балетки подстроились и под ту, и под другую ногу. Я хочу сейчас произвести замеры, чтобы вы поняли, что они действительно подстраиваются под полноту больше восьмерки. Итак, каким образом мы замеряем полноту? Мы берем сантиметр и замеряем окружность вашей стопы от косточки большого пальчика до косточки мизинца. Итак, мы замерили стопу Марины и получаем 25 сантиметров, даже чуть-чуть больше. 25-26. По таблице полноты 39 размер с 25 окружностью соответствует 9,5 полноты. Что это значит? Это значит, что вы можете смело заказывать балетки Мариетта от полноты 6, вот она у меня стандартная полнота, до полноты 9,5. Они благодаря именно своей конструкции и эластичности материалов подстроятся на любую ножку. Слушай, ну действительно очень яркая коллекция, коллекция правильная и удобная. И, кстати, самое главное, что сегодня вы удобную и качественную пару обуви приобретаете менее чем за 800 рублей. Что такое 800 рублей? Это буквально, я даже не знаю, это даже не букет цветов. Это одна коробка конфет, которую мы съедим, да? Вкусно будет, но мы забудем об этих конфетах. А у нас коллекция, которая будет годами вас радовать. Это действительно шок-цена. Сегодня красный ценник только на один день. Итак, внимание, вы уже дозвонились? Тогда подумайте, лучше заказать сразу три цвета на выбор. Тем более, на любой случай вы открыли шкаф, вы смотрите на свое любимое платье и думаете, здесь черный, бежевый или белый. Кстати, заметьте, мы сейчас приглушили свет, и посмотри, вот здесь действительно как бриллианты играют в нашей студии. Но выглядит студии. Очень дорого, это действительно инкрустация кристаллами. Все-таки блеск сейчас в фаворе. Блеск – главная тенденция этого сезона. Ты только представь, Лен, как красиво будут выглядеть эти наши кристаллы, например, где-то на торжественном мероприятии, где уже полутьма стоит, а ваши туфельки сверкают. Слушай, а вот я сейчас дотрагиваюсь до наших страз, а ведь даже их не ощущаешь. Это как так вообще? Они же здесь у нас, получается, стразы есть, а вот по ощущениям визуально... Лена, они закреплены, потому что определенным образом, кстати, очень надежным. Если раньше стразы просто крепили на поверхности обуви, то теперь они специальным образом с клеевой плюс термокрепление. Они буквально впрессовываются в поверхность эко-кожи, именно поэтому вам будет абсолютно спокойно за то, что они не отвалятся. Ой, это вообще отлично! И, кстати, если у меня высокий подъем, посмотри, мне подойдут же эти туфельки? Не Безусловно, буду я в них уставать. За счет как раз мягкости канта. И, кстати, они отлично подходят для ножки, которой нужна приподнятость пятки. Итак, специально для вас один день, цена 799 рублей. Не упустите.